Короче, выгуливаю сейчас собаку в новом месте, и вон алабай под дверью. Недоволен, охраняет. Вон еще банда. Охраняют. Пойдем, Трейс. Пошли. Пошли, пошли. Нет. Трейс, нельзя. Рядом. Это мы гуляем по новому району. Если честно, не хотел идти мимо этих двух собак, но выбора нет. Либо назад возвращаться, либо идти этой дорогой. Поэтому пришлось. О, вот он, маленький охранник. Еще один. Но злой. Все, Трейс, спокойно все. Охраняют они тут дома. Вон тоже охраняет. Акита, по-моему, американская. Ладно, пойдем, не будем Трейс нервировать. Пошли. Здесь овчарка. Слушайте, почти в каждом доме собаки. Ну тут, судя по голосу, какой-то алабай. Да. У них своеобразный рык, скажем так. Да не скажем так, да, а рык, они как-то рычат по-своему. Пойдем.